Театр лечит душу, медицина – тело. В четверг вечером в Иванове состоялось удивительное мероприятие. Впервые в истории кукольного театра перед спектаклем гостей встречали врачи. Акция «Артисты и медики вместе» посвящена юбилею педиатрического факультета медвуза. 80 лет учебное учреждение выпускает детских врачей. Мы объясняли родителям, что самый эффективным способом научить детишек гимнастике, научить детишек каким-то гигиеническим мероприятиям, самой простой и доступной для них форме – это игра. Поэтому мы показали сегодня родителям, как можно играть со своими детишками дома, как можно играть в детском садике, может быть, на прогулке. Полезное мероприятие оказалось и маленьким, и взрослым. Ведь дети очень боятся врачей, а их родители – молодых врачей. Не доверяют, говорят, опыта маловато. В фойе театра с папами и мамами беседовали будущие педиатры. Учили, проводили бесплатные консультации, располагали к себе. Она показывала какие-то гимнастики, пытались объяснить, как оздоравливаться, еще что-то, как там носик массировать. Ну, она на контакт не смогла пойти пока все. Ну, испугалась немножко, столько белых халатов. Испугалась? Необходимо, чтобы игра в здоровье в семье стала привычкой. Ребенок должен быть настроен на правильное питание, режим дня, долгие прогулки на свежем воздухе. И врача должен воспринимать как друга и наставника. Начинать никогда не рано. Азы здоровья закладываются с младенчества. Доктор, детский доктор, должен чаще приходить к ребенку не когда он болеет, а встречаться с ним, пока он здоров. И вот чем чаще доктор будет встречаться с семьей, с родителями, с ребенком, когда он здоров, и помогать ему оставаться в этом качестве, тем меньше ребенок будет бояться белого халата. И здоровье – это не то, что дается таблеткой или уколом, или любой другой медицинской манипуляцией. В первую очередь, это образ жизни. А закрепили знания спектаклем. Постановка по сказке Хорста Гюнтера «Носорог и жирафа» добрая и легкая, и рассказывает о простых человеческих ценностях. Этот спектакль хорош тем, что там самая главная тема, что одинаковыми быть всем совершенно не обязательно, что могут совершенно разные существа, совершенно разные люди, совершенно разные герои понять друг друга и дружить и любить. Вот об этом наш спектакль. Я думаю, что это как раз вот очень подходит к сегодняшней акции. Вот понимание, взаимопонимание, дружба и любовь. Спектакль для мероприятия подбирали специально. Один из героев постановки – врач, хоть и птица. Персонаж самый веселый и положительный. Я лучший доктор Марабу. Ну, посмотрим, что у нас тут. О, прекрасный экземпляр. Ризома, кум, ризом, валериану. В этом году кукольники начали сезон с новой акции «Театральный четверг». Теперь посетить спектакль для малышей можно не только в выходные, но и в середине недели. Родители идею приняли и оценили. Представления начинаются в 18:00. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.